Добрый день, дорогие друзья! Давайте сегодня в этом ролике мы полюбуемся на прекрасных белых тигров, которые представлены в парке Львов-Тайган. И, друзья, действительно, в дикой природе это очень редкое явление. А вот в зоопарках сейчас в современном мире насчитываются сотни белых тигров, потому что действительно они очень красивые, они очень привлекают внимание и пользуются большой популярностью среди зоопарков. Белые тигры в основном это представители бенгальских тигров, очень редко, но бывают и амурские тигры белыми. А вот сибирские тигры не замечены в этом. Так вот, друзья, обычно белые тигры, вот мы даже по парку Львов-Тайган, по Радже замечаем, что гораздо крупнее, чем обычные рыжие тигры. И это действительно наблюдается во многих зоопарках. К тому же и характер их более агрессивный, свирепый. Уже вот в недавней истории известны несколько случаев нападения белых тигров в зоопарках. Поэтому действительно этот тигр отличается не только цветом, но и своими физическими возможностями и своим характером. К сожалению, если обычные тигры могут доживать при хороших условиях и до 25 лет, то белые тигры живут гораздо меньше. По крайней мере, вот такая отмечена практика по зоопаркам мира. Непонятно, вот почему, может быть, это расплата за такую их красоту, может быть, за их редкость, но, к сожалению, такой вот факт наблюдается. Что ж, друзья, ну а мы радуемся красоте этих тигров в парке Львов-Тайган и не устаем любоваться этими красавцами.